Поехали. Здрасте. Как там? Не забыть сказать, что мы компания Трикосервис. Ну, сняли мы большую часть запчастей из данного автомобиля. Тут, правда, под замену идет все. Вплоть до тоннеля щупа. Его реально можно вон, сломать. Все, это труп, мусор. В общем, его заменим, будет новым. Ну и так здесь поступим с каждой деталькой. Здесь все будет новое. Поехали. Здесь мы меняем стойку, сборе, пружину, меняем верхний рычаг, меняем нижний рычаг, точнее в нем меняем нижние шаровые опоры, меняем втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, рычаги переднего моста, трубки охлаждения двигателя, трубки охлаждения КПП, 3 штуки, меняем рулевую рейку, меняем тормозные диски, меняем суппорта, меняем скобу, меняем все болты, меняем все. Ужас. Меняем все. Ну, короче, мы решили, что сверху мотор помыть будет недостаточно, и поэтому мы решили, что надо его вынуть и помыть, почистить. Кардинально. Кардинально, да. Не только маслонасос, но и там всякое все. Помнишь мультик, да? Приходил к нам Сережка. Да. Поиграли мы немножко. Да. Так и здесь. Сейчас моторчик быстренько разберем, посмотрим, что там мы дефектуем. Там явно ему вкладышами распредвала, ему там полный швах, маслонасосом полный швах. Он внутри очень грязный, поэтому мы решили его оттуда выдрать. Ну и тут уж как пошло, так пошло. Давай уже все отсюда снимать. Сейчас все снимем, вот это все отмоем, очистим. Все будет красиво и замечательно. Кстати, я писал, что надо главный тормозной снять, почистить, помыть. Если он плохой, то выкинуть, поставить новый. Да, и вот этот кронштейн весь тоже очистить. Соответственно, трубки ГУРа, сам ГУР. ГУР вроде ржавый, но еще походит. Это все отмоем. А, телевизор. Телевизор похитили. Да, похитили. Нет, нет, телевизор. Телевизор нет. Телевизор нет, да. Вот эти вот кронштейны надо будет снять, почистить, отпесочить, чтобы они были красивенькие. Я думаю, что мы сначала отмоем, а потом посмотрим. Да, да, да. И на валу там, да, там полный швах. И так далее. Да, ну тут, если оператор, приглашаю вас сюда, тут уже похитили всю подвеску, всю. Стабилизатор там остался по ошибке, потому что его просто забыли открутить. А там больше ничего нет вообще. Пусто. Пусто, да. Сзади мост остался, но опять же его снимут и его не будет. Тоже будет пусто. Да. Приходите минут через 20, сейчас мы мотор быстренько разберем. Да. Давай, надо Серега, да, руки, давай, да, чтобы надо, руки грязные, да, были, а то в кадре будет непонятно. Да, все, все. Все, отлично. Да хорош ты. Не, ну только руки грязные, это же не лицом. Ну, короче, мотор разобрали, там, конечно, это... Не сказать, что Сталинград. Завтра отсюда, ну не завтра, через следующие 15 минут вытащим вал. 20, да. Что это было? Не знаю, музыка заиграла. Да, вытащим вал, вытащим поршни, посмотрим, как там все себя чувствует. Но, судя по вкладышам, тут все было. Ну, в общем-то, давление 88 нам говорит о том, что там всему плохо. Клапанные крышки, мне, честно говоря, сейчас лень за ними, я в машину положил их, в моечную. Но там нарост такой, на нем можно рисовать, писать. Где-то у меня было это как говно. Как в тазике. Да, да, вот там. Вот, все, вот, то, вот, что вот, в тазике, вот, это такое же было там, только волоса было. Вот, нет, эта крышка не оттуда. Да вот она. Это... В общем, да. Да. Следующих 20 минут. Мотор готов. Да-да-да. Ждите. Новый. Ждите. Ожидайте. Хлоп. Прошло 10 минут, да. Тут вот груда, это вообще, в принципе, такие запчасти, которые еще, может быть, когда-то будут использоваться. Но в основном, конечно же, вот отсюда только редуктор и карданы. Из карданов мы, соответственно, все крестовины сейчас выстрижем, меняем на новые. Редуктор мы располовиним, посмотрим, что там, поменяем лукера и так далее. Так, чтобы это было супер надежно и замечательно. Все покрасим, почистим. А, ну, подвеска, понятно, новая. Шрусы ну, почистим. Ревизия. Что? Ревизия. Ну, шрусы, да. Мы сейчас, я же привез эти как их, чехлы и так далее. Вымываем новую смазку, красим, чистим, будет вах, новые машины, новленные, да. Ну, все, ждем вас через 10 минут, пока. Пока.